6 метров высотой, полкилометра длиной. Впечатляющее сооружение достроят в конце следующего года. Это не декорации для съемок блокбастера, а подземный тоннель для машин. Сквозной коридор строят на развязке Змеиногорского тракта. Мы находимся на строительстве левоповоротного съезда тоннеля. Этап строительства – забитый шпунт, разработан грунт и выполнена замена грунта ЧПС. Сейчас будем выполнять следующие конструктивные слои: подбетонка, гидроизоляция и стены тоннеля. Тоннель позволит разгрузить транспортные потоки. Интенсивность движения на участке 25 тысяч автомобилей в сутки. Чтобы не терять время в пробках и добираться до нужного места быстрее, и строят транспортный коридор. Он, к слову, один из этапов строительства многоуровневой развязки на пересечении ленточного бора Змеиногорского и Южного трактов. Объект готов на 40%. Построены все 7 опор для будущего путепровода. 5 из них расположены в основной части стройки, 2 на шоссе ленточный бор. На сегодняшний день выполнены все земляные работы. Опоры возведены вверх. Они уже готовы для монтажа металлических конструкций. Сейчас монтируются вспомогательные опоры. Всю зиму мостостроители будут возводить металлические пролетные строения. Многоуровневую развязку планируют ввести в эксплуатацию в октябре следующего года. Объем финансирования масштабного объекта достигает почти 3 миллиардов рублей. Кстати, подрядчик, который занимается развязкой, признался, что легендарное кафе у Григорича пока не мешает работам. Но в скором времени шашлычной все же придется сменить место жительства. Того требуют строительные работы. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.